Ну вот и закончилась тестовая тренировка. Результаты, конечно, обобрачающие. Очень большой прогресс за этот год. Но не хотелось бы останавливаться на достигнутом, поэтому спасибо вам за внимание и... Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня очередной ролик от подписчика. Подписчика, который хочет вступить в закрытую группу бесплатно. В группу, где я на каждую новую неделю выкладываю новый план тренинга по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечного волокна. Вы тоже можете, сняв подобный ролик, вступить в мою закрытую группу совершенно бесплатно. Здравствуйте, Егор, меня зовут Николай. Пару слов о себе. Мне 30 лет, занимаюсь по вашей программе, начиная с апреля месяца. Сейчас нахожусь на третьей ступени. Единственное ограничение только не выполняю, начиная с первой ступени, упражнения для ног, так как в марте месяце была у меня операция на колене с повреждением хряща непосредственно, так как до этого я очень долгое время играю в футбол. Такая ситуация. Поэтому в тестовой тренировке заменяю присед становой тягой. Надеюсь, это будет приемлемо. Экстензии выполняем 5 подходов, где-то приблизительно через минуту получается, начиная с 20 кг и, соответственно, заканчивая 40 кг. We'll be right back.
А сейчас 10 минут перерывчик между следующим упражнением. Также в процессе и водичку с БЦА, и после тренировки протеин и протеиновый батончик. Итак, 10 минут прошло, делаем жим лежа. Соответственно, будем работать с весом 90 кг. Кстати, вешу я 87, забыл сказать в самом начале. Поэтому делаем пустой гриф на 10 повторений, соответственно, ну, не будем делать 45, будем делать 50 на 7, соответственно, сколько? Ну, пусть будет, да, 65 непосредственно и 80, да, вот таким образом. И, соответственно, рабочий 90. Вперед! Ну вот, очередные 10 минут закончились, соответственно, делаем подтягивания, перед этим разминку на вертикальном блоке. Ну и, конечно же, записываем все в дневник тренировок.
Итак, крайнее упражнение, брусья, ну и, соответственно, и разминочных упражнений 2 на вертикальном блоке и небольшое количество повторений на брусьях. Ну вот и закончилась тестовая тренировка. Результаты, конечно, обобщающие. Очень большой прогресс за этот год. Но не хотелось бы останавливаться на достигнутом, поэтому спасибо вам за внимание и очень желаю попасть в вашу закрытую группу. Спасибо, до свидания.
Надеюсь, вам понравился ролик. Обязательно поддержите человека лайком. Хейтить и критиковать умеем мы все. Перед тем, как кого-то критиковать, попробуйте сами сделать что-то подобное. А потом вы уже будете иметь полное право оставлять свои критические комментарии. Если ты еще не успел снять свой ролик, не переживай. Парень ты или девушка, снимай свою тренировку. Лучше, конечно, если это будет тестовая тренировка. Присылай ее мне на почту. Единственное условие – снимай качественный ролик, не вертикальное видео, только горизонтальное, чтобы в кадре было интересно вас смотреть, наблюдать, чтобы качественный получился ролик, чтобы вас было интересно смотреть. И, естественно, расскажите о себе, расскажите о своем подходе к тренингу, расскажите о том, какие мои советы вам помогли, если помогли, и расскажите о негативном опыте от моих советов, если, не дай бог, такие есть. Каждый, кто пришлет ролик о своих тренировках, каждый, кто сделает его качественно, получит совершенно бесплатно, повторяюсь, доступ в закрытую группу тренировок, где на каждую новую неделю выкладываются тренировки отдельно для парней, отдельно для девчонок по принципу периодизации различного типа мышечного волокна. И вы уже больше никогда не будете безграмотно тренироваться, тратить свое время и деньги впустую, работая неизвестно с кем, неизвестно по каким программам. Присылайте ваши видеоролики вот сюда на почту. Жду ваши видео. Надеюсь, друзья, вам понравился ролик. Ставьте палец вверх, пишите, что понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите обязательно, что не понравилось. И в любом случае, не забудьте поделиться данным роликом со своими друзьями у себя в соцсетях. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.